Пауки – хищники. В живой природе питаются всем, что могут поймать. Однако домашние пауки-птицееды не оправдывают своего названия. Кормить птицами их нельзя, потому что пища слишком тяжелая для их организма. Любимое блюдо пауков – сверчки, тараканы и мучные черви. Увидев добычу, паук бросается на нее и захватывает. То, через что, грубо говоря, паук питается, это его и защита, и некий рот. Как яд, так и пищеварительный сок через него проходит. Когда паук готов к обеду, он начинает танцевать, запутывая добычу в паутине. Затем впрыскивает свой желудочный сок. После того, как жертва обездвижена, хищник приступает к трапезе. Самое главное – не перекормить паука. Он, конечно, сам может об этом дать знать, может отказаться от еды, но в противном случае у него просто может лопнуть брюшко. Разорвет, да. Кормить питомца лучше не чаще 2 раз в неделю. Чем чаще его кормишь, тем чаще он линяет. Определить, что животное наелось, можно по увеличенному брюшку. Оно становится темно-синего цвета. Это значит, что паук наелся. Но даже если животное переело и получило грыжу, выход есть. Есть специальный клей для брюшка, продается. Но 1% всего может выжить. Так что очень тяжело ухаживать после этого. При соседстве в террариуме 2 и более пауков нужно быть бдительными. Так как птицееды – каннибалы, они могут быть агрессивными из-за голода в брачный период, а также из-за особенностей своего вида. Поэтому лучше всего содержать пауков по отдельности.